Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джанно Самаюктам Бинда Банам Манохари Ванча калпатару васяки пасинду вевача, патитанам павоне бхавишнаве бьо намо намаха, муканкароти вача ланг пангунг ланг хайтигрим, жатки патамханг ванде парамаанандамадвам, бриндавай тулсиде буйпиавай кесвасача. Шна бхакти паде деви сатта баттои намо намаха Нараяна намаскритта норанчайва нороттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкетане кришна катхо пудеш Гаурия патрашо пракасане ча Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагод Барун Дейям Садапари Бхабагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Бхитатюхам Панатапалу Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарунарвиндам Ятпада Паллава Накачанда Маничатая Бисфуриджита Гамапигапападушва Дарши, Пурнану Рагура Сасагура Сарамурти, Саратикамай Кадакипам Каруси. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану ламбита бхужау канака бодато Шанкиртаной капитаро камала хютакшо Вишам бару дижа бару жугодхарма пало Банде жагат прия кару каруна бхатаро Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам, Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам. Бхуктинча-муктинча дадасинитам Бхавануруппенна саданаранам Ганга-таранга-раманья-джатакалапам Гаури-нирантара-вибуши-тобам-бхагам Нараяно-прия-мананга-мадапхарам Барануси-пурапати бхаджа-вишанатам Ваги-шаджушва-бадане Лакшмир-жасача-вакшаши Ясья-сидай-самбир Твам-шингамахам-бхаджи Харе-кришна, Харе-кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе.
Jesham Seisha Bhagavan Dayavid Ananta Sarvatmana Siddha Padam Jadi Nirvalikam Tedustaram Atitaranti Chadeva Mayam No Mamahomiti Sasigala Bhakshe Jesham Seisha Bhagavan Dayavid Ananta Sarvatmana Siddha Padam Jadi Nirvalikam Tedustaram Atitaranti Chadeva Mayam No mamahamiti sasigala bhakshe. Gaudiya Vasthipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guru told Gaudiya Vasthipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что Акар Гуру Татва Нитянанда Баларам они исходят не сходит в этот мир в форме Садгуру. Гаудия Гоштхипати Шишчила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупата Джагадгуру сказал, что Акар Гуру Татва Анантадев Нитянанда Баларам. Они пришли в этот материальный мир в форме Садгуру, чтобы спасти всех обусловленных душ. И вот они снизошли в форме Садгуру, чтобы спасти всех обусловленных душ. Анантадев может явиться в различных формах. Все подлинные Садгуру, те, кто по-настоящему является Садгуру, если не Садгуру, то тогда эта Сиддханта неприменима. Шримад Бхагават Махапурана говорит, кому Анантадев дарует свою милость, конечно, не прямо, а в форме Садгуру. И поэтому много раз Шрила Прабхупад говорил, Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Beach. In course of traveling, и в процессе скитания по множеству мирам, множеству миров бесконечных, с незапамятных времен, дживы, они скитаются по бесчисленным мирам. И в процессе этого, если они обретут даршан чистый Гуру Вайшнава, то все же не все могут понять. Если не смогут обрести милость от Садгуру, то тогда они смогут обрести семя Бхакти, Бхакти Лата Биджа, я уже говорил. Те, кто Садгуру, те, кто заняты Бхагават-севой все 24 часа в сутки. Если вам вы не радуетесь от того, что вы делаете, вы не можете это делать, вы будете чувствовать какое-то нежелание, усталость. Если вы не чувствуете радость от того, что вы что-то делаете, то непрерывно вы не можете это делать. Можете какое-то время только это делать, и потом вам надоест. Но чистые Гуру Вайшнавы, они всегда заняты чистой Бхагават-севой. И видя такое настроение Бхагават-севы, мы также можем развить какое-то желание в вашем сердце. Автоматически это произойдет, конечно, если нет оскорблений в вашем сердце, и тогда обусловленные дживы, если ее самскара не так плохие, она почувствует какое-то вдохновение совершать что-то ради блага Вайшнавов. Это признак Бхакти Лата Биджа, того, что семя Бхакти, оно проросло в нашем сердце. И вот, видя чистых Гуру Вайшнавов, это произойдет. Если вы пойдете к чистому Гуру Вайшнаву,
Если нет оскорблений внутри вашего сердца, то вы почувствуете какую-то реакцию автоматически. Сри Чайтанья Махапрабху, он дает такой пример, отвечает на различные вопросы. Пурушоттам Дхаме в Нилачал-кхетре. Какие-то преданные спросили, как мы можем узнать, кто такой Вайшна? И тогда Махапрабху, он в течение 3 лет, первый год, когда был этот, задали этот вопрос, он говорил о признаках Каништа Бхакт, о преданных начального уровня, потом, когда следующий год спросили тот же самый вопрос, он отвечал о Мадхьям Бхактах, о преданных среднего уровня, и в третий год он отвечал о Уттам Бхактах, о преданных высшего уровня. И вот видя чистого преданного Уттама Бхакту высшего класса, то автоматически вы почувствуйте вдохновение повторять святые имена. И вот видя созерцая чистых вайшнавов, вы почувствуете вдохновение повторять Харинам. Но так или иначе, Шрила Прабхупад говорит, все, что вы видите здесь, обусловленные души, они не могут понять Сиддханту Ища. Когда Шрила Прабхупад говорил что-то, то тогда вы не все могут понять, кто-то не может найти гармонию в его словах. Почему он сказал так раньше, иначе говоря? Но они не могут найти гармонию в этом, и поэтому они как-то изолируются, чувствуют беспомощность. Если у них будет гармония внутри их сердца, и где можно найти эту гармонию, тогда, когда вы совершаете баджан всем сердцем, когда вы можете посвятить свое сердце Гуру Вайшнава, первый шаг в баджане – нужно предаться чистым Гуру Вайшнавам, буквально продать им свою голову. Лотосным стопам подлинного садгуру, и тогда, и только тогда вы сможете осознать что-то о трансцендентном мире. А если мы будем оставлять какие-то корыстные желания, корыстные мотивы, то мы не сможем ничего понять о трансцендентном. Поэтому та шлока, с которой начал Шрила Прабхупад, говорит, что если мы не предадимся полностью, то до тех пор мы не сможем получить подлинной милости. В соответствии с степенью нашего самопредания мы можем развить какое-то сознание. И все, что мы видим в этом материальном мире, или то, что не можем видеть, поскольку мы не можем видеть все, что происходит. И вот то, что мы можем видеть и не можем видеть, и в трансцендентном мире также все это проявление нашего Гуру Анантадева. Вот нам в этом мире все, что бы мы не видели, это проявление Нитянанды. От Нитянанды из него исходит каждый объект, каждый предмет, каждый человек, все. Если мы можем думать, видеть это как Нитянанду, нашего Гурудева, куда бы мы ни смотрели, мы можем найти, что наш Гурудев здесь. Понимаете, о чем я говорю?
все, куда бы вы ни смотрели. Вы должны видеть Гурудева в этом объекте. Мы должны видеть. И это даршан Махабхагаваты. Везде. Он видит своего Гурудева. Например, кто-то хочет сделать что-то нехорошее. Если мы получили милость Гурудева из-за наших предыдущих действий, но если мы также из-за своей слабости привлекаемся чем-то плохим, то увидим, что Гурудев явился перед нами и спрашивает, чем мы занимаемся. Гурудев, он всегда видит нас. Везде мы можем увидеть присутствие Садгуру, и это называется баджаном. Бхадхаджива, у нее множество дурных самскар в начале всего, чтобы освободить их от дурных самскар, это главное. Если есть эти дурные самскары внутри нас, туда, сюда или до сюда, мы можем совершать харибаджан, но это не будет подлинным. Вначале это обязанность гуру вайшнавов, чтобы избавить нас от всех скверных вещей внутри нашего сердца. У нас есть анартхи. Если мы совершаем харибаджан, то кто говорит? Мы можем пытаться что-то делать, практиковать. Но нельзя сказать, что это харибаджан. Кто кого обманывает? С анартхами никто не может совершать харибаджан. Основное, что мы должны сделать, это избавиться от наших анартх. Почему мы слушаем харикатху? Чтобы избавиться от всех анардх. И вот мы должны совершать сангиртан все время. Это указание Шримана Махапрабху. Совершать сангиртан все время. Мы не должны прекращать, а всегда должны совершать сангиртан. И все, что мы видим, если мы не сможем видеть существование Гурудева в этом, то ваш даршан — это не Гуру даршан. Есть два вида даршана. Первый даршан — это Гуру даршан, второй — лаку даршан, такой легкий даршан, незначимый. Даршан кто-то может понять, что это одно из синонимов слова даршан — это философия, но философия не отражает всей сути даршана, хотя на английский даршан переводится как философия, но это далеко не полное значение даршана, гораздо более глубокий смысл имеет. Философия просто значит философия значит какие-то измышления, но даршан значит то, что мы видим. Даршан значит подразумевание, умозаключение какие-то или придумывание. Даршан — это созерцание того, что есть. Это духовное видение. Если наши глаза, они осквернены, то баджан значит исправить наш даршан. Баджан значит,
чтобы улучшить наше видение, очистить наше сердце и видеть вещи такими, какие они есть, особенно трансцендентные. И я много раз говорил раньше такие слова. In boyhood, a small childhood, mother used to use black, na? В Индии есть традиция такая, что маленьких детей эти глаза красят каджалом, считается, что это улучшает зрение. Но вот в этой шлоке, гуру шлоке, Гьянанджана Шалакая, похожий смысл, что благодаря Гурудеву наши глаза открылись. И с помощью... Но это не совсем так. Это внешне может быть похоже. И вот с помощью знания Гурудев, он помогает нам улучшить свой даршан, чтобы мы видели вещи такие, какие они есть. Бхагаван оставляет за собой только силу воли, а все остальное, делает Нитьянанда. И как мы можем избежать Гуру Вайшнава? Все Нитьянанда. И как мы можем избежать его? Нитьянанда, он все и вся. Нитьянанда, значит, Ананта Дев Баларам. Единственное, что Бхагаван Шри Кришна оставляет себе, это сила воли. Эта воля, она полностью за Бхагаваном Шри Кришной, а все остальное Баларам, Нитьянанда. Даже Дама, все вечные спутники и все остальное, но исходит из Санкаршан Баларама Нитьянанда. Нитьянанда — это вечное имя. Мы говорим Баларам или Анантадев или Санкаршан. Это различные имена, они имеют различное значение. Но вы не даете мне времени в этом. Главное, Санкаршан значит, он может Санкаршан, он может вспахтать землю нашего сердца, чтобы посадить семя бхакти. Это обязанность Баларама подготовить все. И поэтому его изображают с плугом, множество свидетельств есть. Кто-то думает, что это ложная философия, но нет. Я могу показать свидетельство Шри Чайтанья Бхагаваты, Шри Чайтанья Чайтамриты. Нанда Ачарья увидел Баларама с золотым плугом. Есть множество свидетельств этому. Я могу говорить о их славе бесконечно. Это мое служение не только до последнего моего вздоха, а также после смерти я могу продолжать говорить. И вот Санкаршан, он более наимилостивейший, он в форме Гурупад Падме, он приходит, чтобы спахтать, чтобы размягчить землю нашего сердца, чтобы посадить туда семя бхакти, как фермеры сначала они пашут, скапывают землю, потом удобряют как-то, потом сажают семена,
И эти семена прорастают, а если просто кинуть на твердую почву, то они чаще всего не прорастут. Нужно сначала ее скопать, и потом только посадить для лучшего эффекта. Вот эту шлоку каждый год я объясняю, каждый год я должен говорить о ней с различного угла. И вот я говорил о всем творении, о трансцендентном мире, о Даме и обо всем. Все это исходит из Баларама. Парама Самхити есть такие слова. В этом материальном мире или трансцендентном мире все, что мы видим, это все Нитьянанда. Анантадев. Это бесконечность. А мы малая душа. Мы малые, беспомощные, как мы можем обрести связь с Анантадевом? И вот идея бесконечности в математике, например, она недостаточно ясна. Есть понятие бесконечности, но кто его понимает? Но сейчас, по милости Гурудева, я понял, в какой-то день, если вы разовьете, обретете милость Гурудева, то вы увидите бесконечность свое, такое малейшее, незначительное положение, что мы относительно всего бесконечного мира. Кто мы бесконечно малы. И зачем мы гордимся чем-то? Кто мы? Душа, она настолько мала, что мы не можем даже видеть ее. И таким образом, эта шлока, с которой начал читание Чайтамриты, много раз я говорил о ней. И вот на Голоке Бхагаван Шри Кришна, он есть Нанданандан Бхагаван Шри Кришна. И Баларам, Кришна Баларам, они являются своей лилой. И много раз я говорил о Сиддханте Шрилы Прабхупады, всех шастр, то, что Кришна и Баларам, они не отличны друг от друга. Кришна и Баларам, они не отличны друг от друга. И тот Баларам, который внутри Галука Вриндавана, он называется Мул Санкаршан, изначальный Санкаршан. И на Голоке есть Шветадвип, там четыре угла, и там Санкаршана, Нирудха, Прадюмна и Васудев, они находятся в этих различных углах. И там можно найти Санкаршана, Четырвюха, вот эти четыре Четырвюха называются. И тут Санкаршан снизошел Вайкунтхе, и там тоже Четырвюха на Голоке. И там можно найти в мире Вайкунтхе. Можно найти там Четырвюху внутри Вайкунтхи. Вайкунтха значит бесконечность. Мы не можем осознать, что такое бесконечность. Вайкунтха — это тоже бесконечность. Если я скажу, что Нисимха там, на Вайкунтхе, он конечен? Нет.
Нрисимхадев, Варха, Курма, все они вечно присутствуют в своей свалупе и в каждой даме, каждая зовется Вайкунта, везде есть своя Вайкунха, например, положение Рамачандра, оно более высоко. Рамачандра, он являл больше лил. Нрисимхадев и Вараха, они меньше. Они зовутся Параварастха Аваста. Джива Госвами говорит, Нрисимхадев это Параварастха Аваста, а Рамачандра, он выше. Он совершает больше лил. И после этого на Вайкунте, как мы можем о Гопа Кумаре рассказать, как он достиг Вайкунте, и там он не обрел полного удовлетворения. И после этого он отправился на Голоку Вриндавану. Of enjoyment you can get in Golok Vrindavan. И вот максимальное количество радости можно найти во Вриндаване, в лесу, внутри лесов Вриндавана. На Вайкунте, конечно, тоже много хорошего. Там Васудев Санкаршан, а не Рудха Прадьюмна. Но тот Санкаршан снизошел, чтобы принять форму Каранарна Вашая Вишну. Каран — это причинный океан. Там, где возлежит Махавишну. О Махавишну я много раз говорил из Брахма-самхиты, можно вспомнить. И вот этот Каран Навасая Вишну, он причина этих всех бесчисленных миров. Это шлока из Брахма-самхиты. Во время его выдоха бесчисленные брахманды не исходят из его тела. Во время вдоха, наоборот, входят в него. Это разрушение. Если мы дышим достаточно часто, то интервал между вдохом и выдохом Бхагавана — это творение. Когда он выдыхает, это творение начинается, когда вдыхает, разрушение начинается. Но для нас это огромное количество времени. И вот в течение этого времени и в каждом волоске Махавишну пребывают каждая брахманда, и в каждой брахманде там есть свои власти, авторитеты, как Брама, Ману и прочие. И вот они выполняют свои обязанности в течение этого времени. И когда начинается фаза разрушения, то они, соответственно, оставляют свои обязанности. Govinda Deva originally from there down coming this kala.
So what to speak about Govinda? Now, I like to explain this word Ananda. Nityananda. И сейчас я хочу объяснить слово Нитянанда. Что оно значит, его имя Нитянанда, или Санкаршна, или Баларам. Но сейчас я хочу объяснить это имя Нитянанда. Обычно мы знаем значение Нитянанда, обычно переводится как Нитя плюс Ананда. Это значит вечное блаженство, вечная радость. И эта вечная ананда никогда не может быть разрушена. Это вечная ананда, вечное существование, оно никогда не может быть уничтожено. Как Хираньякашипу. Он хотел убить Прахлада. Но это глупо было. Но Хираньякашипу не знает, что внутри сердца Прахлада Нитянанда, вечное блаженство. И у него нет никакой враждебности, никакого вожделения, зависти. У чистых саду, если даже кто-то хочет убить их, то Бхагаван, он сам убьет такого человека. Бхагаван защищает их, чистых, преданных. Он не может потерпеть этого. Особенно те, кто прославляют Бхагавана своим поведением, не только словами. Те, кто прославляют Бхагавана все время, 24 часа в сутки, и их поведение. Ачаран, что такое ачаран? Every time I need to speak two or three times. You cannot remember. Ачаран means bhajan. Ачаран значит наш баджан, то, как мы любим Бхагавана. Ачаран не значит мыться два-три раза в день. Это тоже, конечно, относится к разделу чистоты, но все же не главное. Ачаран — это баджан, как, какое чувство мы испытываем к Бхагавану. Какое влечение мы чувствуем к Нему, как мы чувствуем себя беспомощным без Него, настроение нашего служения. И вот те, кто чистый саду, вечная ананда, она пребывает в их сердцах. Сила Сиддхартха Госвами Махарадж, Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж, их сердце наполнено вечного блаженства. Если у нас не было бы ананды, то как бы мы жили? Почему люди совершают самоубийство? Какова причина? Почему? Потому что они хотят наслаждаться, но не могут обрести объект своего наслаждения. И поэтому пытаются совершить самоубийство, если кто-то говорит, что кто-то вот совершил самоубийство, то что за ананда у них? Но нет, ананда, радость была в их сердце. Но они не смогли обнаружить ее, они стремились к каким-то ложным целям. Ананда, радость, если бы не было внутри нас ее, то почему в Гите Бхагаван говорит об этом, что ананда, она вечно присутствует. Если вы не сможете обрести осознание от Гуру Вайшнава, и стремитесь к каким-то скверным вещам, то что толку от этого? Вот, например, причина, по которой люди совершают самоубийство, они пытались как-то наслаждаться, но не могут обрести то, чем они хотели наслаждаться, и от отчаяния пытаются совершить самоубийство.
That's why you want. So Ananda is the basic. И вот он, Ананда, это основное. И вот среди самоубийств можно наблюдать, что люди пытаются, они стремятся к какому-то наслаждению, но не могут этого обрести. И из-за разочарования они убивают себя. И вот без Ананды, это основа, без Ананды никто не хочет жить, даже комар. Он не хочет жить, он хочет пить кровь и наслаждаться ею. Или свиньи, они едят испражнения и испытывают необычайную радость от этого. И вот это коренная причина того, что все живые живут из-за чувства радости, стремления к ней. Ахираньякашипу пытался убить Прохлада, но он не смог. Он пытался отравить его. Хотел скинуть его в океан. Заключить в пещеру, где там воздуха не было, не то что еды. Думал, что тот помрет от удушья. Хираньякашипу пытался закинуть его в чан с кипящим маслом, в огонь. Пытался как-то проткнуть его каким-то острым оружием, но это не принесло никакого вреда ему. Поскольку Прохлад Махарадж Хираньякашипу не знает, что Нитьянанда внутри его сердца, как можно его убить. Это глупость со стороны Хираньякашипу, что думать, что он может убить Прохлада. Прохлад, он имеет преданность, вечную радость, и он не знает, что Нитьянанду, что Нитьянанда, он везде присутствует. И эта вечная радость, она никогда не может быть убита или как-то разрушена. Это вечная радость, но также внутри нашего сердца, внутри каждого сердца. Но единственное, что мы должны делать, это обнаружить ее. Все вопросы, споры и все остальное, оно закончится, когда люди обнаружат эту радость внутри себя. Поскольку дживатма, она дживатма, души, они всегда чистые, полные знания, радости, блаженства. Анианадда мой, гьяна мой. И вот сейчас мы приходим к тому, что наш Нитьянанда, кто? Коренная причина всего бхакти. Иначе Гауранга Махапрабху не мог бы дать бхакти Нитьянанда Прабху. Он коренная причина всего бхакти. Он может распространить бхакти. Наш Нитьянанда Баларам. Мы все знаем, что он явился в Экачакрадаме, в доме Харайпандита и Падмавати. Он являл различные лилы. Как Рам-лила и прочие. Но мне нет времени говорить обо всем этом. И вот однажды один саньяси пришел в их дом и находился в течение какого-то времени. И вот, уходя, саньяси попросил Харайпандиту своего его отца, что хочу попросить, можете ли вы дать мне какую-то бикшу? Да. Почему нет? Что вы хотите?
все, что вы хотите, я дам вам. Если вы не беспокоитесь, я уже пожилой, хочу посетить все места паломничества. Можете ли вы мне отдать своего сына, чтобы он пошел со мной? Я буду защищать его всем сердцем. Я обещаю вам, можете ли вы мне его отдать. И когда этот саньяси сказал так, Харипандит упал без сознания. И вот спустя долгое время, когда он пришел, когда сознание пришло к нему, он вынужден был предложить Нитянанду этому саньяси. И вместе с этим саньяси Нитянанда путешествовал по различным святым местам. И в итоге Нитянанда Прабху, он отправился во Вриндаван Дам. И куда саньяси отправился, не рассказывается об этом. Различные спекуляции на эту тему. Кто-то говорит там, кто-то здесь. Но в соответствии с Сиддхантой мы можем сказать, что старший брат Гуранги Махапрабху, Вишваруп. Что значит Вишваруп? Я вначале уже сказал. Вишваруп значит все, что мы видим. Мы можем видеть это Вишварупа. Это вселенская форма. Это Гуру, это Анандадев. Вишваруп, Вишва значит весь материальный мир, бесконечный материальный мир. Все, что мы видим, это проявление Нитянанды, Анантадева. И имя Вишваруп, оно поясняет, что вот он Гуру Татва. И вот это имя Вишваруп указывает, что он Гуру Татва, Нитянанда Татва, Анандадев. На самом деле, Вишваруп, он тоже Анандадев, и Нитянанда тоже, поскольку Вишваруп, он — это проявление Анандадева. Поскольку без Анандадева Бхагаван не может прийти. И вот сначала Вишваруп явился, и потом Вриндаван Лила началась. Потом Баладев явился, потом Кришна. Баладев явился, и потом Кришна явился. Понимаете? И таким образом мы видим, что Вишваруп, он создал основание, на основе которого наш Махапрабху может обрести, увидите зеленый свет, как на дороге. Then they have no connection to us. So this way, our Vishwaroop going to make the background. И вот Вишваруп, он
сделал все предваряющие вещи, подготовил почву для явления Гуранги. Старший брат Вишварупа, вот он в достаточно молодом возрасте, он ушел из дома. Как я сказал, что Мадхвачарья в возрасте 12 лет ушел из дома. Принял саньясу. И в итоге он, мы знаем из Чайтанья Чайтамриты, в Махараштре, в Колапуре. И там Санкаршан, Вишваруп, он оставил тело. Наш Махапрабху тоже пошел посетить это место. Его звали Санкарарани. Когда он взял, принял саньясу, его звали Санкарарани. Но что я хочу сказать? То, что этот Анантадев, он пришел как Нитьянанда, как Баларам. Также пришел в форме Вишварупы, но Нитьянанда не проявил себя. Нитьянанда, он находился внутри Вриндавана. Как вы с этими пастушками являл свои лилы, и вот потом Гуранга, он явился и начал являть различные лилы, и люди постепенно начали понимать, что он не человек. И после этого он вдохновил Нитьянанду, что сейчас я проявлю себя, и поэтому приходи. До тех пор Нитьянанда был во Вриндаване где-то. Совершал свои собственные лилы, и в один день Нитьянанда, почему он носит синюю одежду? И однажды раздался голос с небес, что ты Анантадев, что нужно носить вот одежду этого цвета синего, и Нитьянанда, Анантадев, и синий цвет, он обозначает бесконечность. Если посмотреть на небеса, они тоже синего, голубого синего цвета, и поэтому никто, кроме Нитьянанды, имеет право, предан имеется в виду, не должны носить такую синюю одежду. Только Нитьянанда, он символ бесконечности. И вот Нитьянанда, он являл свои лилы во Вриндаване день и ночь. Когда наш Гуранга Махапрабху дал ему сигнал, чтобы тот пришел, и тогда Нитьянанда постепенно пришел. Иначе Нитьянанда совершал все свои паломничества, даже Гуранга Махапрабху, он не везде посещал, не все места, а Нитьянанда в малом возрасте, около 12 лет, они с этим саньяси посещали все святые места. Гуранга Махапрабху даже не посещал так много святых мест, но я хочу напомнить, что вы должны, если вы будете изучать шастры, чтобы найти, куда Нитьянанда пошел, где конкретно он был. И вот можно сравнить, если взять, выписать из Бхагаватам и различных шастр, где был Нитьянанда и где Баладев. Бхагаватам это не столь подробно объясняется, но в других Пуранах более подробно. И вот там объясняется, где рассказывается, где они были, если взять и сравнить те места паломничества, которые посетил Нитьянанда. И Баладев, то вы видите, что те же самые места,
Вот Нитьянанда Свами Баларама, он посещал те же места, и они даже были в пещере Вьясадева. Я оттуда вышел в Вьясадев и поклонился ему. И вот суть в том, что Нитьянанда, он пришел сюда в соответствии с указанием Гуранги. Очень скрыто, никто не знал. И вот он принял прибежище в доме Нанда Ачарьи Бхавани. И там много раз мы говорили Харикатху там, потом прекратили. И Нанда Ачарьи Бхаван, Нитьянанда Прабху, он пришел туда. Нанда Ачарьи, он организовал какое-то место для жития там. И Нитьянанда, он пришел. И вот Нитьянанда пришел туда, и однажды утром Гуранга Махапрабху сказал: «О преданные, сегодня во сне я увидел нечто, что это? Я увидел какая-то большая колесница». Вот все колесницы Джаганнатха имеют различные названия. Вот этот, Таладхадж, как-то так, это название той колесницы, на которой ездит Баларам. И вот Гуранга сказал, что я собирался вставать, но увидел, что большая колесница приехала. Она сияет, и Махапрабху снизошел с этой колесницы и спросил, где же дом Нимая? И вот он сказал, что несомненно что-то случится, могли бы вы поискать, кто приехал? И вот преданные поехали искать Навадвипе. И вот Махапрабху сказал, что если я увидел такой сон, то несомненно это так и есть, где-то великая личность. Кто она? Идите, ищите. И вот они с утра до ночи искали, искали. Никого не нашли. И вот они сказали, что обыскали все Навадвипу и нигде не нашли. Махапрабху сказал, ну пойдемте со мной тогда. И вот все пошли за Махапрабху, и Махапрабху пошел прямо в дом Нанда Ачарьи. Это буквально следующая дверь была. Там они не искали. Искали везде, кроме того, что рядом. И вот поэтому они нашли Махапрабху, взял их и пошли вместе. И вошли в дом Нанда Ачарьи Бхавана. Дом Нанда Ачарьи, и увидели Анантадева Баларама. Он был с закрытыми глазами там. Он и вот Нитьянанда сказал, что мой Господь пришел. И тогда Гуранга Махапрабху сказал, смотрите, он поклонился ему. И Нитьянанда Прабху, он встал и пошел к Махапрабху. Он начал плакать, они обняли друг друга, и Нитьянанда опять упал без сознания. Он упал на колени
и вот он так лежал на колени Гауранги без, как, так, без, каких, без сознания. Он явил такую лилу, лилу бездействия. Махапрабху схватил его, и после этого... Это встреча Нитьянанды и Гауранги, и после этого различные лилы происходили. И Махапрабху опять сказал: «О, Шрипад, сейчас время твоя веса, завтра время твоя веса пуджа». И хотя в шастрах мы находим, веса пуджа она вечна, но не каждый может поверить. Веса пуджа она не была изобретена кем-то, она всегда была, но кто понимает. У нас есть веса панчак. И вот веса пуджа она вечна. И вот веса пуджа, она изначальная причина всего успеха. Если мы не совершаем веса пуджа, то все шастры, вся харикатха, она не сможет явиться на нашем языке. Я не могу запомнить какую-то философию, говорить ее нет. Нужно вдохновение, и где же мы его возьмем? Только Бхагавана. Харикатхана не для того. Это милость Бхагавана. И Гауранга Махапрабху говорит: «О, Вьяса». И вот он говорит Шрипад Нитьянанде: «О, Шрипад, сегодня нужно, завтра нужно будет совершать Вьяса Пуджу». И Гауранга Махапрабху спросил: в каком месте ты предпочитаешь для этой Вьяса Пуджи? В каком месте ее совершать? И Нитьянанда сказал, он указал на дом Шивас Пандита. И вот Шивас Пандит сказал, что приходите, мы организуем все. У нас есть все составляющие: ги, мед, молоко, йогурт и все остальное. В домах подлинных браманов это все есть для совершение всех пуджи, арчаны и прочих яги. И вот день Вьяса Пуджи, Гауранга Махапрабху пошел и пришел в дом Шивас Пандита, и все преданные совершали санкиртаны. И тогда Шивас Пандит, он предложил гирлянду. И вот Шивас Пандит, он дал гирлянду Нитьянанде, чтобы тот поклонился Вьясадеве и предложил ему гирлянду. Хотя он сам Вьясадев, все же из-за лилы нужно было это сделать, но Нитьянанда этого не сделал. Сказали мантру, с помощью которой нужно прилагать. Но Нитьянанда ничего не произнес, что его просили. Шивас Пандит, он В общем, он ничего не делал, и Махапрабху
И этот Шривас пожаловался Махапрабху. И Махапрабху прикрикнул на него, чтобы тот как следует совершал арчану. И а тот встал, посмотрел на всех, посмеялся и предложил гирлянду Гауранге. Хотя нужно было в Ясадеву предложить гирлянду, но Гауранге предложил, поскольку предложение гирлянды Гауранге — это то же самое, что и в Ясадеву. И таким образом Нитянанда, он подобен ребенку. И когда мы плаваем в Ганге, а он, когда он плавал в Ганге, он этих крокодилов ловил, играл с ними. Ну, в Ганге тоже дельфины плавали, но всякие демоны их выловили, продали. Сейчас дельфинов давно не видно. И вот Нитянанда Гауранга вот они ловили крокодилов, играли с ними, но люди их предупреждали, что опасно. И вот когда Нитянанда пришел, то Гауранга, он отдал ему все сокровище. И в читании Чайтамрите можно найти, что Гауранга, когда Нитянанда, когда он предлагал ему гирлянду, он увидел его в шестирукой форме. И Махапрабху, он явил такой даршан Нитянанде. И когда и вот Гауранга Махапрабху, когда он явил ему свой шестирукий даршан и сказал, что према — это твое богатство, я отдал ее тебе, и где ты хочешь, ты можешь распространять ее. Понимаете ли, это глубинное значение. Это наша, это твоя собственность, я даю тебе ее и распространяю везде, где ты хочешь. Даже Джагай Мадхай, они обрели прему. Конечно, эта идея должна прийти в наше сердце, что сначала мы более падшие души, чем Джагай Мадхай. Если такой идеи нет в нашем сердце, такого чувства, то мы не сможем стать вайшнавами, если мы будем зависеть от наших собственных способностей, от нашего образования и прочих способностей, то тогда мы не сможем стать успешными. И поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами, он дает нам такой урок, чтобы обрести милость Нитянанды Баларама, мы должны развить такую бхаву. И что это? You can memorize, you know, in your heart, engrave, you try to engrave in your heart. Don't forget. There is a basic мы должны помнить это основа. Основа баджана. Внешне может внешне как-то проявлять смирение, но смирение должно быть прежде всего в сердце. И вот смотрите. Я более падшая душа, чем Джагай Мадхай. Что говорить о них? Даже я более падшая, чем эти насекомые в испражнениях. Кто произносит мое имя, он теряет свое сукрити.
who is going to speak my name is going to incur aparadha. Pap, sin. Aparadha, no, sin. Sin, crime and offense. You know, article you've gone through, they can analytically. So this kind of temperament. И вот такое чувство должно быть у нас, и такое можно найти в сердце Гурудева Вайшнавов. И тот день, когда у нас разовьется такое смирение, то мы ясно увидим Нитянанду внутри своего подлинного Садгуру. Сейчас мы слепые, не можем видеть. И таким образом, вместе с Нитянандой, Махапрабху начал Санкиртана Ягью. И та причина, по которой Махапрабху явился. Он начал Санкиртану вместе с Нитянандой и дал указание Нитянанде и Харидасу. Вот эта шлока. О Нитянанда и Харидас, слушайте. Это мое указание. Мое желание. Мое наставление. Нужно ходить от двери к двери и пытаться распространять эту нама-према. И Нитянанда Прабху в соответствии с указанием Гуранги Махапрабху, Харидас Такура и Нитянанда, они пошли на рынок распространять Харинам. И в процессе Нитянанда сказал Харидасу, один другому сказал, что не нужно ходить, там эти пьяницы одни. И вот они попросили их повторять святые имена, эти пьяницы разгневались. Взяли какой-то горшок, запустили в голову Нитянанды, попали. И вот кровь пошла из головы Нитянанды, но это тоже, чтобы одурачить нас. Какая кровь у Бхагавана? Или когда Питамаха Бишма лежал на стрелах, или Кришну, когда ранили, тоже из его тела пошла кровь, но это, чтобы одурачить нас. Бхагаван, Йогамаяна являет такую лилу. И Гуранга Махапрабху, он... Когда он узнал, что произошло, он призвал Сударшин Чакру, но Нитянанда. Он сказал: «О, Прабху, это нехорошо, поскольку вы приняли обет, что в этом воплощении вы не будете пользоваться никаким оружием». Они невежественно кинули горшком в меня. Но все равно их нужно спасти. И когда Нитянанда начал молиться Гуранге, таким образом Гуранга сказал: «Хорошо, я прошу тебя от их имени, пожалуйста, спаси». И тогда Гуранга сказал, что тем временем они, если Джагай Матка, они поняли, что они совершили оскорбление, они приняли прибежище у Гуранги. И Махапрабху сказал, что я забираю последствия всех ваших грехов, но if you commit, if you are going to promise me that you are not going to do any sinful activities in future, Prabhu, we promise you cannot do. Then Gauranga, вы должны пообещать, что никаких грехов вы не будете совершать в будущем. И вот они пообещали, и все. И Махапрабху забрал последствия их всех грехов. Childhood, boy. But now fountain, you know, gone. Now
This way, Mahaprabhu is going to take all sinful activities from them, make them pure. And Mahaprabhu giving warning to everybody. И Махапрабху предостерег всех, это желание Нитянанды, и поэтому я спас этих людей. И вы все не должны вспоминать о том, что они совершали множество грехов в прошлом. Но сейчас они стали вайшнавами, и когда они вайшнавы, мы не должны вспоминать, кем они были раньше. И таким образом Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, только по милости Нитянанды. Даже Гуранга Махапрабху не может проявить такую милость, только Нитянанда. И таким образом, по милости Нитянанды, только по милости Нитянанды мы можем обрести такую возможность обрести милость. И также это обещание Нитянанды. И в Киртане мы также слышали. И вот в этом киртане Махапрабху Нитянанда, он подходит ко всем и просит совершать баджана Гуру Хари и пытаться купить его с помощью этого баджана. Он просит всех повторять имена Гуру и также Нитянанда. Нитянанда Стотри можно найти, написано Вриндавана Стакура Махараджа. Одну стоту Вриндавадас Такур написал, другую Кришнадас. Джанаваш Такур написано Кришнадасом Кавираджа Госвами, предыдущее Сарачандра Штука. Вот это Вриндавадас Такур. И Вриндавадас Такур, он последний ученик, последний, но вечный спутник. Последний не значит, что самый последний пришел, нет. Просто такая лила была, но он вечный спутник Нитянанды. И вот он, Нитянанда говорит. И вот Нитянанда говорит, что вся ответственность, она на мне. Приходите ко мне, это моя обязанность спасти вас. Это моя обязанность помочь вам пересечь этот материальный океан, материальный мир. Но вы должны повторять имена Гуранги. Так много сиддханты, но времени мало. Я написал одну книгу, поскольку какие-то ачарьи с демоническим складом характера, они критикуют Нитянанду, что Нитянанду саньяси, как он женился. Я дал должный ответ. Им нечего было сказать, но эти ачари померли, эти демоны уже. И вот так много вещей, которые хочу сказать, но
Продолжим в следующий раз. Это океан Харикатхи, не могу рассказать обо всем сразу. И вот я хочу прояснить. И вот сначала мы не должны забывать. Из Бхагаватам мы можем найти одну шлуку. Гьяноништо виракто ва, мадбхакто ва анапекшакаха, шалинганам асрамам стакта, чарит авиди гочара. Those who are paramahansa, те, кто paramahansa, те, кто абхуты, crazy. Out of prema, they're crazy. But they don't know. Что делают абхуты, мало кто может понять. Если они оставят все признаки баджана, эти внешние, какую-то красную одежду, белую одежду, данду, командалу или тилак, малу, если они даже оставят это, но как в Нандачаре Бхаване Нитянанда, он сломал свою данду и командалу. Я в какой-то день объясню это. Это долгое время займет утвердить эту сиданту. Почему Нитянанда, он сломал данду Гуранги, как его причина? Так много сиданты. Нужно ждать и смотреть. И Нитянанда, он сломал свою собственную данду и командалу, поскольку причина, по которой человек принимает данду и командалу, она закончилась. Поскольку после принятия саньясы, я могу, Махарадж на хинди объяснит более подробно вечер. После принятия данды Махапрабху сказал Чайтанья Чайтамрите. И вот глубинное значение саньясы, да, чтобы посвятить нашу жизнь и душу Бхагавану, это подлинная цель саньясы. И вот Адвайта Гаса, лучшие саньяси или Вишну Приядеви, мы не можем понять значение. Кто-то думает, что принимает саньяси только для сбора денег, но это не цель саньяса. Это глупость. Падшая душа никогда не может принимать саньясу. Их действия покажут, что, кто они на самом деле. И внутреннее значение данды — это служить Бхагавану сердцем, всем сердцем. Внешняя данда — это как бы хорошо, но это не все и вся. Бхактина такого говорит, внешняя саньяса — это не все. Главное, внутри нашего сердца, как можем почувствовать, это главное. Нитянанда Прабху, он авадхут. Авадхут саньяси. Авадхут значит тот, он может носить эту камандалу или выкинуть, или любую лилу явить, поскольку он Анантадев. Если мы критикуем его, то это нехорошо. Пурушоттам Дхаме в Нилачал Кшетре все преданные, они были в Нилачал Кшетре, встречались с Махапрабху во время Чатурмаси. И как возвращаясь, Гауранга Махапрабху, он дал встретился с Нитянандой только. И на этой скрытой встрече Гауранга Махапрабху, он посоветовал Нитянанде
Но внешне не все могут понять. Но по действиям Нитянанды можно понять, какое наставление он получил. Люди могут критиковать, но они должны помнить, что Нитянанда Прабху, он не может делать ничего без наставления Гуранги. Это мы не должны забывать. Если Нитянанда женился, то он женился по желанию Гуранги. Мы должны помнить это в соответствии с указанием Гуранги. Но при прямое свидетельство не можем найти, но есть косвенное, иначе почему он пришел и сломал свою данду и командалу? Он сам Бхагаван. И по этой же причине я объясню в какой-то день Нитянанда, почему он сломал данду Гуранги. И вот Махапрабху однажды попросил подержать его данду, но Нитянанда выкинул ее в Чандрабагу. Махапрабху спросил, как сломалось. Но тот сказал, что ты полон премы, и я полон премы. Мы вот упали случайно, сломали нашу данду, она на три части разломалась. И Махапрабху сказал, попросил хотя бы остатки ему отдать, но Нитянанда сказал, что не знает, где они. И он сказал, что единственное сокровище, которое у меня было, это моя данда, и ты ее потерял. Поэтому вместе мы дальше не пойдем. И вот кто-то впереди пойдет, кто-то сзади. А почему Нитянанда сломал данду, когда... И вот Нитянанда взял эту данду и начал говорить с ней, что мой Господь, он властелин бесчисленных брахман, он носит тебя. Зачем такое? Я накажу тебя. И вот он сломал эту данду и выкинул. И таким образом он наказал эту данду, и тема Ананта Дева, она бесконечна сама по себе, и нет времени говорить обо всем. Это шлупа, с которого начал, я расскажу о ней, вечером на хинди продолжу. И кому же Нитянанда Баларам явят свою милость, те, кто полностью предались? Вот эти два слова первые. Нишкапад Бабу, кто имеет, а второе, те, кто полностью преданы. Но те люди с такими качествами, они обретут милость, те, кто умом, телом и речью полностью предались Господу. И нирваликам, без всякого лицемерия. Нирваликам, значит, без всякого лицемерия и с полным самопреданием. Эти два слова, они связаны друг с другом. Поскольку если... Если бы у нас не было смирения, то не смогли бы мы развить преданность и наоборот. Duplicity you cannot avoid.
Эти два слова вроде не раздельные, но они по сути связаны. Нирваликам и Сарватмасхитападам, они связаны. Если удовлетворяется одно условие, то второе также автоматически удовлетворяется. И после этого очень важные вещи написаны. Те могут пересечь этот материальный океан майя. Те, кто могут осознать, что все время наше тело шакалы. И наше тело могут съесть всякие шакалы, тигры и прочие животные. Настоящее предназначение нашего тела — это совершать харибаджан, иначе это просто обед для каких-то диких животных. И мы должны помнить это. It can come out successful. So again, if I discuss next year, yes. I can discuss Nandam. Because time cannot promise. Hari Ananta, Hari Rupa Ananta. Jesham Sayesha Bhagavan Dayaveda Ananta Sarvatmana Siddhapadam Jadinirvalikam Te Dustaram Atitaranti Chadeva Mayam Na Mamahumiti Shasi Gala Bhakshi. Nittananda padadandam jesham hitkarnikalaye tesham dasanudasaham prasidantu sadaivahi vanchakalpaturvasya ke basindu bevach patitanang pavane bhavishnabhyon.